25 дней, 1000 километров, 16 городов Казахстана. Сегодня из Астаны в очередной раз запустили инновационный автобус. В поисках талантливых изобретателей и перспективных идей он сначала отправится в Петропавловск, а затем Кокшетау и Караганду. В течение месяца он объездит все областные центры. К слову, участниками конкурса «Нефтекей» может стать каждый желающий. Организаторы принимают креативные идеи в разных сферах. Конкурсант, который представит лучшую разработку, получит грант в 7,5 миллионов тенге. В финал пройдут 16 человек. Они и станут участниками телешоу «Инновационный форсаж». За последние 3 года участниками «Нефтекей» стали более 1000 инноваторов. Автобус, его задача поднять интерес к инновациям, объяснить механизмы поддержки инноваторов Казахстаном, значит, выявить участников, определить круг финалистов. Все участники, которые были победителями, мы в рамках конкурса выделяем средства для того, чтобы они свои технологические разработки внедряли в производство.